реальные деньги любой товар, за который мы отчитываемся и сдаем всю документацию, и получить свой кэшбэк в 70%, так как мы и обещали. Но по магазину, поскольку Мия является просто сейчас внутренним активом, она не является финансовой единицей, поскольку наша компания сейчас буквально через 3 дня, уже так, как я говорил раньше, открывается в другой стране, как основной офис, основные документы, и мы становимся международной компанией от той страны, где разрешена криптовалюта. В соответствии всех документов мы сможем продавать товар в интернет-магазине за МИИ с кэшбэком 70%. Сейчас уже доходит финальная стадия. Чтобы вы понимали, где-то максимум до конца этого месяца мы уже полностью токенизируемся. Мы выходим на свой токен МИИ, полноценный токен МИИ, который сделан на базе на блокчейне ERC-20. Нам этот токен делают ребята, отличные ребята, классные ребята, которых можно проверить. Некоторые лидеры, которые их знают, с ними связывались. Нам уже доделывают токен компания CoinSpeed. И буквально вот в течение 2-3 недель мы уже полноценно объявим официально о том, что мы токенизировались, вышли на свою монету, вышли на свой токен и можем спокойно в сфере своей экосистемы, которую мы создаем, рассчитываться токеном МИИ. Я сейчас снимаю ограничения по кэшбэку в 70% за актив МИИ. То есть если я продлевал его там до конца месяца, до конца марта, то сейчас я вам говорю, возможность покупки товара за МИИ в интернет-магазине включится сразу же после токенизации компании. Токенизация компании полностью MIE Holding произойдет буквально в течение 2-3 недель. Поскольку уже монета создана, смарт-контракты написаны, и большинство некоторых продуктов, которые создаются и выходят в компании, они будут выходить непосредственно уже только через монету MIE. Когда на своих первых брифингах, когда только запускалась компания 6 месяцев назад, я неоднократно говорил, что кэшбэки будут происходить за внутренний актив. В данный момент я перестаю называть его внутренний актив и говорю за монету МИА. Приблизительно я вам объясню, как это происходит. В будущем, когда мы токенизируемся в интернет-магазине, когда вы будете покупать за наличные средства, кэшбэка не будет. Вы будете получать кэшбэк только за покупку внутренним активом МИА. Он будет не маленький, но за валюту МИА вы будете покупать технику как за наличку, так и за валюту. Но за валюту будет кэшбэк. Те продукты, которые выпускает компания, они будут приобретаться также только за валюту МИА. Есть возможность приобретения за финансовые средства, за наличные, за безнал. Но реферальное вознаграждение именно это за продукты компании МИА, которые она выпускает под своим брендом, на которые мы выкупаем корпоративные права. Если мы их будем продавать за наличные средства, они не будут входить в систему MLM. Только по продаже за внутренний актив вы будете получать реферальное вознаграждение в определенном эквиваленте за каждый товар. С радостью хочу анонсировать, так как мы и говорили, так как мы обещали, мы никогда не останавливаемся на месте. И уже завтра на протяжении дня вы увидите первый рекламный ролик о запуске нашего первого продукта. Это кварцевального аппарата, который с завтрашнего дня уже начнет продаваться. Я не могу точно сказать, будет ли он напрямую в интернет-магазине, или это заказ будет напрямую от компании. Сегодня целую ночь ребята также будут сидеть, работать, попытаться уже успеть, скажем так, до утра запустить технически покупку в магазине. Но ничего страшного, с завтрашнего дня запускается продажа. Если они даже это сделают до вечера, то все равно продажа открывается с завтрашнего дня. Это первый продукт компании MIA Holding, который подходит под линейку MIA Life. MIA Life – это первое направление на нашем маркетплейсе, потому что у нас уже не интернет-магазин, у нас уже маркетплейс, в котором будет отдельная вкладка MIA Life, MIA Жизнь.
и в ней будут представлены первые три ветки, которые есть кварцевальный аппарат. О нем будет отдельно запущена презентация завтрашнего дня, где его будут презентовать. Это вода компании Mie Holding, которая, я думаю, в течение двух недель уже поступит на рынок, также в этой ветке ответвления. И непосредственно это все витамины, которые полезны для здоровья в том или ином направлении, для всего здоровья абсолютно. Это БАДы, которые выйдут в 14 направлениях, 12-14, и сейчас будем осматривать по очень хорошей цене, также продаваясь за Мию, где вы будете получать свои реферальные вознаграждения, и который будет расширяться на данный момент у линейки нашего производителя, с которым мы выкупили также корпоративные права и начинаем работать, на сегодняшний день в районе 250 направлений данных витаминов. Это будет на любой вкус и цвет для любого человека, который будет смотреть прайс и выбирать для себя или для своей семьи то или иное направление. Значит, это те продукты, которые уже вот сейчас, завтра мы запускаем кварцевальный аппарат, в течение 2-3 недель мы уже запускаем витамины и воду. Это свой продукт, который выпускается непосредственно в компании Holding и будет вознаграждать наших лидеров за покупку валютой, монетой МИА. Следующее наше направление – это жилищная и автопрограмма. Мы до последнего ждали, тянули время, чтобы запуститься на монете, полноценно на смарт-контрактах, на блокчейне. Но есть наши пользователи, которые верят компании Mie Holding и которые обратились к нам полторы недели назад, с просьбой о том, что они очень сильно хотят купить одну из квартир в новострое, и которая просто продается до 5 числа. Мы вели переговоры на протяжении недели, это наши партнеры, и было принято решение уже совершить первую покупку по жилищной программе, которая произойдет завтра в 10 часов утра, в которой, чтобы потом некоторые лица, в скобках, не выпускали свои ролики, как по жилищной программе у нас в Турции, и не говорили, что это фейк или какая-то постанова. Завтра по мере разрешения любых документов мы снимем всю документацию, всю процедуру. Мы снимем на видео нотариуса, который будет полностью оформлять сделку, и также нашего юриста с полностью предоставлением его рабочего адреса в виде как и рекламы внештатного нашего юриста по недвижимости в Украине, и также всех соответствующих документов, чтобы каждый из вас мог убедиться в прозрачности и честности, открытости компании по отношению данного направления. Значит, завтра это будет не полноценно на смарт-контракте, поскольку его нет, но уже на счет зафиксируется определенное количество ему мий, которое будет сниматься в соотношении его кредитования. Человек оплачивает 50% первого взноса за квартиру. Стоимость данной квартиры 22 тысячи долларов. Остальную сумму компания вносит за нашего партнера. И он себе вносит на счет покупку сертификатов ровное количество той суммы, чтобы до конца года, он взял на 12 месяцев кредитование под 5% годовых и 10% аджо, которое мы залаживаем от компании, и мы ему блокируем счет в МИА, который будем снимать каждый день себе на счет. И таким вот способом на протяжении года у него полностью закроется кредит. Квартиру мы переписываем сразу же на нашего партнера. Завтра мы сразу же на него оформляем. И завтра будем поздравлять человека и также компанию Mie Holding с приобретением первой квартиры по программе, по системе недвижимости Mie, по жилищной программе Mie. Можем сейчас как-то уже поздравить с маленьким достижением, но я думаю, лучше поздравления уже будут это завтра. После токенизации до конца месяца
мы уже непосредственно будем продавать квартиры в Турции и Украине на основе смарт-контрактов. И также у нас есть для вас сюрприз. Мы также его подготавливаем. Остались некоторые технические нюансы, которые наши IT-отдел буквально там за пару дней доделает. И мы придумали также классный турбо-старт по жилищной программе, которую мы презентуем вам буквально в течение недели. Это будет также преждевременный турбо-старт, но только для наших партнеров, которые в компании больше месяца минимум, чтобы мы видели, что это действительно партнер компании. И при заключении определенного также договора, еще до токенизации, мы сможем выставлять уже людей в очередь на приобретение квартиры. Ребята, после токенизации все, кто держит сейчас на счету МИИ, я вам гарантирую, что после перехода на МИИ это будет очень востребованный продукт. Потому что при создании и открытии токенизации мы открываем возможность заходить всем производителям на наш маркетплейс с любым видом товара, с любым видом наименования товара, который у него есть. Но весь товар будет продаваться за внутренние активы МИИ. Все манипуляции в компании финансовые, которые происходят, будут идти за, извините, я по привычке внутренний актив МИИ, за криптовалюту МИИ. Все манипуляции, вознаграждения, кэшбэки, все будет проходить за криптовалюту МИИ. Это очень будет классная монета, которую залистят сразу же на CoinsBit, который проявится интерес не только в нынешних партнеров и пользователей, а также у многих сообществ, многих криптовалютных сообществ, у многих ребят, которые сейчас еще не работают с компанией. Мы сейчас начинаем новые зумы и переговоры с новыми лидерами, которые не особо доверяли нам в начале путем продажи подарочных сертификатов и также там недоверие, поскольку не было еще ни магазина, ни точки выдачи. Но сейчас ребята начинают уже интересоваться внутренним активом, а также волатильной монетой, которая выходит сразу же вместе с стейблкоином. И наше сообщество, потребительское сообщество, будет расти в течение вот 3 недель в огромном таком приоритетном соотношении. То есть есть уже ряд запланированных Zoom-встреч, которые я начинаю проводить с завтрашнего дня. Для наших партнеров, которые есть уже в компании и которые не могут как бы разобраться или рассказать своим людям в том или ином направлении, с завтрашнего дня я запускаю таргетированно своих презентаторов, которые начинают презентации каждый день, я думаю, каждый день или через день в том или ином направлении. Если раньше мы давали презентации сугубо в общем понятии презентации, то есть это вот Андрей у нас давал презентации, который рассказывал в общем о компании, то теперь через день мы запускаем направление. Сегодня мы рассказываем презентация «Жилищная автопрограмма». Через день мы рассказываем презентацию о реферальных вознаграждениях, как это все происходит. Через день я выступаю и рассказываю, как работает токенизация, как работает волатильная монета и полностью посвящаю вас в наш криптомир. Также через день будет выступать спикер, который будет презентовать MIU Live. И вот эти презентации будут постоянно. Вам не надо будет больше напрягаться и пытаться рассказать, презентовать те товары, которые вы, допустим, можете не знать правильно, как в том или ином направлении правильно его преподнести своему партнеру, то вы сможете его пригласить на нашу презентацию, и наши спикеры квалифицированные полностью расскажут, объяснят и презентуют тот или иной товар. И такие презентации будут на постоянной основе. На постоянной основе мы будем их делать, вы будете знать, какое время, какой день, будете приглашать людей на презентацию того продукта, который вам интересен. Так, что касается Египта, да, я, может, перепрыгаю с одного на другое. Ребята, я вас поздравляю. Промоушен по Египту закончен. Все интересуются, когда мы вылетаем на наш движ Египет. Это будет классное, незабываемое время. Я
очень сильно к нему готовлюсь. Это будет весело, это будет драйвово, это будет незабываемо. Уже закончился промоушен, и сегодня-завтра наш техотдел уже нам предоставит список полностью выигравших партнеров. По этому списку мы проведем полностью по контактах телефонные звонки, переговоры. Мы полностью узнаем, кто летит с нами, у кого получается, у кого не получается. Если кто-то хочет, выиграл путевку, но у него не получается полететь, он может передарить ее своему знакомому. Мы тогда оформляем этого знакомого, и он летит с нами. То есть мы заберем с собой всех. И тогда уже, когда мы обзвоним всех и сложим список количества людей, после этого мы сможем назвать точную дату вылета. Я думаю, это где-то середина, конец марта. Вот где-то в такое время это будет полет в Египет и отдых наш. По будущим направлениям, которым также еще не сказал, у нас сейчас мы летим в Египет, и сразу же по возвращению из Египта, буквально неделю-две, мы уже будем праздновать, анонсировать запуск нашего агрегатора такси, который также будет работать на блокчейне, на криптовалюте МИЯ. Так что компания не останавливается, никакие мелочные там невзгоды не страшны. Мы только-только начинаем свой путь, идем вперед. Теперь вы со мной будете видеться все чаще, потому что раньше я был очень-очень сильно занят, строя вот эту всю структуру, вот это все взаимосвязывающее в одно звено. И было такое, то есть некоторые лидеры замечали, что они могли со мной общаться практически сутки напролет. Я заканчивал разговоры в 4 утра, и в 7 утра я уже был на связи. Сейчас немного уже время разрядилось, у меня появляется чуть-чуть больше свободного времени, поскольку команда растет, у меня появляется все больше помощников, все больше моих партнеров, и я уже немного освобождаюсь, и теперь, поскольку время есть более свободнее, будем с вами видеться чаще. Также все вопросы вы можете задавать мне в личное сообщение, любого характера абсолютно, я всегда открыт. Мой номер телефона знают все, вы можете мне звонить, будем разговаривать, будем общаться. Ну, да, чуть не забыл, хотел попрощаться, слава богу, вспомнил. Ребята, в связи с переходом на токенизацию, в связи с переходом на криптовалюту МИЯ, на монету МИЯ, технически у нас не будет возможности автовыплат. Вот это последняя неделя, когда идут автовыплаты. Со следующей недели возможности поставить автовыплаты не будет. Оповестите все партнеры, пожалуйста, своих ребят, у которых стоит эта галочка. И со следующей недели выплаты будут начисляться каждый день, вывод раз по воскресеньям. Но до конца месяца при переходе на токенизацию выплата на ваши внутренние кошельки будет производиться каждый день и кошелек будет открыт. Теперь не будет вывода раз в неделю, мы каждый день теперь будем вам начислять деньги, и каждый день, точнее в криптовалюте нашей, и каждый день вы сможете выводить, менять, покупать товар, покупать сертификаты, неважно, все, что вы захотите, это ваши деньги, это ваша валюта, это ваши кэшбэки, ваше реферальное вознаграждение, и вы сможете им пользоваться каждый день. Но в соответствии с тем, что всегда идет техническая нагрузка на технические составляющие путем автовывода, то есть большинство компаний даже их никогда не ставили, потому что это легкий путь к хакерским атакам, взломам кошельков и много разных проблем. Во избежание, чтобы не столкнуться с этими проблемами, мы просто приняли решение отключить автовывод. И при токенизации у вас будет возможность пользоваться вашими ресурсами сразу же после их начисления, то бишь каждый день. Не надо ждать теперь воскресенье, чтобы забрать свои средства. Но также, я говорю, это будет до конца этого месяца, сразу после токенизации. Я вам скажу, что криптовалюта МИЯ и особенно волатильный токен, который будет в соответствии с МИЯ выпускаться сразу в компании, он очень-очень сильно себя зарекомендует в криптомире. Так что обратите внимание на валюту МИЯ,
все токены внутренние сейчас, которые у вас есть, внутренний актив, который у вас есть на кошельках, мы все их переведем в токен. Никто не будет там ни упущен, ни самостоятельного перевода. Мы все переведем те, которые вы держите на кошельках, и будут приятные также бонусы для их реализации. Ну что, ребята, всем спасибо, всем пока, всем хорошего вечера, до скорой встречи. Спасибо, что присутствовали с нами и что вы с компанией. Друзья, компания Mia – лучший способ заработка в интернете. Компания Mia – тот заработок, который не имеет абсолютно ни одного отрицательного отзыва. Все страны – Казахстан, Украина, Россия – абсолютно все зарабатывают в компании Mia. Подумайте об этом. Друзья, прямо сейчас спуститесь в описании под это видео и давайте все вместе прямо сейчас пройдем регистрацию в компанию Mia. Пока эта регистрация нам доступна, пока она абсолютно бесплатна, давайте регистрироваться в компанию Mia и зарабатывать нормальные, хорошие деньги вместе. Давайте сделаем маленький флешмоб, пройдем регистрацию. И по инструкции, возможно, даже купим один сертификат для заработка ценой $10. Всего лишь $10. Инструкция, как пройти регистрацию и как купить сертификат, есть в описании прямо под этим видео. Давайте не будем тратить время, прямо сейчас это сделаем и заработаем огромные, до бесстыдства, огромные деньги. В компании Mia, они здесь есть и можно их зарабатывать. Ссылочка в описании.